не пешком же на восьмой подниматься. Петрович, уже сюда заначку прячут. Да, уже все хламом забили. Закрыто. Клавдия Марковна. Клавдия Марковна, это Анатолий. Я по поводу ключей. И вам доброго вечера. Наконец-то я дома. Надо вытереть, пока не засохло. Надо мокрой тряпкой пройтись. Пожалуй, уберу в сервант. Надеюсь, тут мои труды никому не помешают.
Да. Ну и вонь.
На кой черт такой лейкой цветы поливать?